Проснулись от взрыва, повылетали двери на 9-м этаже, пытались спуститься ниже, там был пожар, вернулись обратно в квартиру, и в квартире на балконе, там было немного кислорода, прятались, вот за счет этого выжили, потому что задохнулись бы. А вы были в этом доме на 9-м этаже, да? На 9-м этаже, да, только окна на ту сторону у нас, и потом вызвала спасатели, спасатели нас вывели через крышу. Собака. Спасли нас. Все живы, да? Ну, в вашей собака, семье, да? Розкажіть, будь ласка, що чули? У 5 годин ранку, ну може без 10, от, чули великий-великий вибух. Так здорово, що це страшне. Ну що, я з цього будинку. У вас теж вікна повилітали? Вікна у мене не повилітали, повилітали багетки зверху, вазони перекинулись на столі, стояли на підвіконні. Це таке. Розуміла. Гляні, смерті ж йому собаці.